22 марта в московском ресторане «Бальзероси» состоялась очередная TNT Music Party. Резидентом вечера стала одна из лучших девушек-диджеев России – Катя Гусева. Сегодня я отыграла сет. Это, конечно же, коммерческая попса, потому что я люблю, на самом деле, наших российских исполнителей и зарубежные, которые сейчас в тренде. Это хиты 2018 года, но все в хаус-обработке. Это эксклюзив, который вы нигде не скачаете, ни на каких сайтах. То есть все, что я играю, это эксклюзивно и сделано специально для вечеринки TNT Music. Настроение супер, вечеринка тоже прошла на ура. Мы с друзьями классно повеселились, все очень классно понравилось. Очаровательная красотка раскачала танцпол эксклюзивным хаус-сетом и подарила публике невероятный драйв. Здесь атмосфера праздника. Мне кажется, очень важно, когда люди чувствуют энергетику зала, когда артист чувствует то, как, что нравится, да, даже поставить какой-то трек, именно тот, который будет заводить. Вот здесь все это есть. Ой, очень понравилось, мне всегда здесь очень нравится. Это отличное заведение, всем рекомендую. Смотрите, как это было. Всегда ждем вас на TNT Music Party в ресторане «Бальзероси». Могу сказать одно, это такой оазис красоты в самом центре столицы, с классным интерьером, с прекрасными, конечно же, живыми растениями, вкусной кухней, очень красивыми официантами, которые идеально обслуживают. И еще есть возможность подтянуть свой английский язык, либо французский. Это эксклюзивное мероприятие с эксклюзивными артистами, и всегда тут просто все на высоте, просто огонь.